Всем привет! Вы на канале «Правильный выбор». В этом обзоре речь пойдет о телевизоре Samsung UE65AU7002U, UE56AU7002UXRU, UE65AU7002UXUA. В описании к видео я оставлю для вас подборку ссылок на магазины с лучшими ценами. Буду рад, если вы оцените наш труд лайками и поделитесь мнением в комментариях. Для того, чтобы оставаться в курсе выхода новых роликов, включайте колокольчик и подписывайтесь на канал. Диагональ экрана 65 дюймов, разрешение 3840 на 2160, подсветка LED, глубина цвета 10 бит, частота обновления 60 Гц. Технология Pure Color – реалистичное изображение с улучшенной цветопередачей. Благодаря технологии Pure Color зритель ощущает себя участником событий, происходящих на экране. Эта технология обеспечивает вывод на экран богатой палитры цветовых оттенков, в результате чего зритель испытывает эффект полного погружения в действие на экране. Реалистичные цвета в 4К разрешении, процессор UHD 4K. Интеллектуальный апскейлинг до 4К позволит вам смотреть ваш любимый контент с более низким разрешением в сверхчетком разрешении 4К. Кроме того, благодаря улучшенной технологии обработки цвета вы получите удовольствие от реалистичной цветопередачи. Улучшенная плавность движения для четкости изображения, функция Motion Accelerator. Оцените четкость изображения и высокое качество. Телевизор автоматически анализирует каждый кадр и оптимизирует его. Оцените реалистичность изображения в формате 4K UHD, 4K разрешения. Экран 4K UHD телевизора содержит в 4 раза больше пикселей по сравнению с экраном Full HD телевизора, благодаря чему вы видите исключительно четкое изображение с превосходной передачей мельчайших деталей. Теперь вы сможете различить в каждой сцене мельчайшие детали, увидеть детали в самых темных и светлых сценах, поддержка HDR контента. Технология High Dynamic Range увеличивает диапазон яркости экрана вашего телевизора, благодаря чему вы сможете оценить все богатство цветовой палитры и великолепную детализацию даже в самых темных и светлых сценах. Узкая рамка – больше площадь экрана, отсутствие рамок с трех сторон экрана. Тонкий и элегантный дизайн не отвлекает ваше внимание от изображения на экране. Минималистичный дизайн телевизора и отсутствие рамок с трех сторон устанавливают новые стандарты для телевизоров. Размеры телевизора 144,75 см в ширину, 84,62 см в высоту, толщина 8,1 см, вес 19,4 кг, цвет черный. Если у вас появится желание установить телевизор на стену, то подставку можно демонтировать, предусмотрено крепление веса 200 на 200. На задней панели расположены стандартные разъемы: 1 USB, 1 Ethernet RJ45, 3 HDMI, 1 Optical Audio Out, 1 антенный вход, наземное кабельное ТВ, 1 CI+, 1.4. Присутствует оптический аудиовыход Optical Audio Out. С его помощью можно передавать звук с телевизора на домашний кинотеатр. Достаточно подключить их друг к другу через оптический кабель. Модель поддерживает скоростной Wi-Fi 5 ГГц и Bluetooth 5.0. Работайте и учитесь дома, ПК на ТВ-экране. Наслаждайтесь каждой возможностью того, что вы можете сделать. С легкостью получайте доступ к своему ПК, ноутбуку или мобильному телефону с экрана телевизора. Операционная система Tizen. Гармоничное сочетание телевизора и саундбара, режим Q-Symphony. Окружите себя гармоничным звучанием телевизора и саундбара. Уникальная технология Q-Symphony позволяет динамикам телевизора и саундбара работать синхронно, обеспечивая лучший эффект объемного звучания. В телевизоре предусмотрено два динамика с общей выходной мощностью 20 Вт. Напоминаю, ссылки на актуальные цены вы найдете в описании к видео. Поделиться своими впечатлениями вы можете в комментариях. А чтобы поддержать канал, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и активируйте колокольчик для уведомлений. До новых встреч!